А сегодня мы передаем обратно хозяевам нашу красавицу-звездочку, подружку нашего Тимура. Ну, поедет наша Зорька, звездочка, обратно на теплое море. Домой. Ну, надеемся, домой. Погостила, хватит. Поедем домой. Ну все, звездочка, пока. Приезжай еще к нам в гости. Нет, он миролюбивый, у нас такой парнишка. А так, говорит, очень да. Как видите, живут. Сегодня мы снимаем очередной ролик о состоянии здоровья нашего козла Тимура. Вот 15 апреля 2016 года. 13 апреля мы его возили в город Владивосток на рентгеноисследование, делали ему снимки, значит, грудной клетки и лопаток. Вот. Значит, чтобы уточнить дальнейшее лечение для корректировки. Так как его состояние, то есть нельзя назвать ухудшающимся, вот он завис в одном, так сказать, положении, несмотря на все лечебно-профилактические мероприятия. Вот, после операции его состояние немного улучшилось, но опять же о полном выздоровлении пока речи не идет. Был проведен консилиум по результатам рентгена и подкорректировано лечение. То есть лечение, в принципе, ведется правильное, терапевтическое. Вот. Второй этап — это будет взята биопсия по результатам консилиума врачей, то есть Короткова Ирина Павловна, Сергея Михайловича Калюшова, профессора ветеринарных наук сельхозакадемии Приморской. Вот. То есть я у него возьму биопсию, кусочек, небольшой кусочек ткани для исследования, то есть чтобы изучить морфологию этой ткани, для, опять же, уточнения более такого специализированного лечения. Вот. Ну, в данный момент у нас козел Тимур живет как бы на два дома, на два убежища, то есть по-прежнему в убежище Амура, бывшем убежище Амура, где он больше всего времени и находится, и плюс открыто убежище нашей козы Маньки, которая выбыла из конкурса в связи с котностью. И также он вот в данный момент он находится на входной зоне, то есть перед парком тигров. Вот, ходит, кушает. Состояние его не ухудшается, но и не улучшается, что вызывает озабоченность.
У нас сегодня гости из Костромы, верно? Точно. Расскажите ваши впечатления, как вы попали к нам? Мы ехали из Находки во Владивосток и увидели ваше объявление по дороге. Но мы ехали, правда, сначала в Находку, увидели его, да, а потом подумали, что на обратном пути, да, ехать на обратном пути посмотреть. К вам в сафари-парк. Ваше впечатление? Мы в восторге. В восторге. Тигра увидели знаменитого. От леопарда и от козла, и от истории Тимура. Оленя откормили. Олени замечательные. Нам было очень приятно прикоснуться к кусочку вашей природы. Ну, огромное вам спасибо. Представьтесь, пожалуйста. Михаил. Светлана. Хорошо, спасибо. Спасибо вам. Спасибо вам. Очень приятно.